Вау, там глюк какой-то был. Он пролетел между пузырями, у меня такого никогда не было. Хорошее начало получилось. Я молчал, чтобы дать возможность музыке поиграть, прежде чем я нарушу ее божественность слишком громкими звуками, потому что они тут гораздо громче, чем музыка. Я сейчас отмечаю, знаешь ли, что она гораздо громче, гораздо быстрее звучит, чем она должна. И на такой скорости она, конечно, не настолько эффективна, как на картридже. На картридже процентов на 7 медленнее, поэтому драматичнее гораздо звучит. Вот это место, кстати, мне так нравится. Такие все трое, и как бы оно никакой угрозы на самом деле. Тут, короче, достаточно рискованная... Ой, надо сначала. Я не могу. Не могу говорить, когда слышу эту песню, она слишком идеальная, буквально. Подожди, а как же, какая тут высота? Слишком высоко. О, есть, фух. Как раз. Тут некоторые очень короткие, там буквально сразу можно долететь до шипов. Я ж, получается, сейчас разделил на... слишком высоко. О, нет, хорошо. О, это, по-моему, та, на которую надо далеко. Вау. Странно, я не думал, ну, точнее, я хотел ниже, но оно случайно так получилось, все как раз. Музыка настолько вообще идеальная. О, я заметил сейчас опять, что я не говорю где-то процентов 70 из того, что думаю. Ну, наверное, так лучше. Она как бы, ну, песня эта, я не могу прерывать ее своими разговорами. Чуть-чуть бы. Вот так. Главное, ради чего? Ради звезд. Но мне все равно хочется через все пропрыгнуть. Так, вторая, значит, это недостаточно высоко. То есть... ну так высоко. Ой, быстро. Я не думал, что оно еще и ускоряется. У меня, по-моему, даже на карте же такого нет. Сейчас, как только оно будет медленное, я постараюсь чуть-чуть... Так вот почему я не могу угадать скорость. Оно все время меняет. Оно ускоряет эту штуку, и я поэтому не попадаю. А ну сейчас, когда медленно будет, чуть-чуть где-то до вот этой. Последнее. Ну, напоследок я оставил вот эту, потому что она так телеграфирована тем, что в ней. Пузырьки вот эти, и в ней как раз решение этого уровня. Тут на самый максимум нужно. И потом еще подпрыгнуть, да. Чуть-чуть даже не хватило. Не долетел. Трудно очень не восхищаться этой песней для меня. Смотри, в чем тут беда. Как только я нажму этот рычаг, свет включится. Ну, в принципе, его нужно включить. Потому что... Это задача этого уровня. Нужно... вон 4 рычага найти. Просто, как только я его включу, все перестанет сразу быть атмосферным настолько. Ну ладно. Первый можно, потому что он не сильно все меняет. Ну как же все-таки круто с черным фоном играть? Ну или с затемненным. Оно... Да. Это же у меня, получается, с этим уровнем связано... Ну такая типа история, но это не совсем там... Точнее, я забыл уже, в чем ее прикол, потому что она... завязано на состоянии, на настроении, которое не повторить, как бы, и словами не описать. Но один раз я играл... Это та история, которую я рассказал один раз кому-то, пока она происходила, а потом всем копировал и скидывал сообщение это тем, кому я хотел, как бы, показать, что для меня эта игра значит. И сейчас я уже не помню, потому что я не могу даже процитировать его. Это ж было еще тогда, когда я... В кинтеклях всяких был. Ну, ВКонтакте, в смысле.
И теперь я бы хотел, надо будет как-нибудь... Да не, а может я ее где-то сохранил. Ну, короче, там суть была этой истории, так называемой, в том, что я на... Воу. А, это для этого, да. Вот я по нём попал, и ему мало. А, может ему реально две нужно. Играл на карте же когда-то, получается, когда дождь начинался, и оно было так круто. Подожди, это не в этом. А, да. И я, получается, играю, и вот эта песня играет, ну, этот уровень начинается, и вот эта музыка, которая самая классная вообще в всей серии, самая любимая песня, которая полностью отображает мою внутреннюю сущность, знаешь ли. Я настолько ее вот как бы чувствую полностью. И получается, из-за того, что я увидел, из каких нот она состоит, я знаю, что в ней, короче, она вся состоит из вот этих так называемых седьмых интервалов, короче, когда ноты слишком близко друг к другу, в общем, находятся. И это дает такое ощущение неразрешенности. Оказывается, в этом ее... Точнее, таким способом она сделана. То есть музыкальная теория так обоснована. Так, сюда. А. Но в ней настолько больше всего, чем... Блин, а, я не могу. I'm getting emotional, когда я в это играю. Стой, я как будто что-то пропустил. Тут неужели тупик просто? А, оу, тут еще этот. Так, сейчас, тихо. Ха! Блин. Давай. Один процент. Не. Так стоило, главное. Ой, я уже здесь, а как? Я хотел сначала сходить вот сюда. А, я сюда еще вернусь же. А, тут закрыто. Угу. Так, ну да, мне двойная штука пока не нужна. Да, в общем, я когда-то играл... Классно, что, кстати, на чекпоинт оно возвращает, не выключая камеру, просто перетаскивает. Вау, звездочки не пропадают, я только заметил. Вот это, по-моему, куда-то ведет. А, нет. А? Яуч. И из-за того, что вот получается там... такая свежесть с улицы, и вот эта музыка классная, и я, получается, и как гроза начиналась, и, получается, во время грозы оно настолько все гораздо круче чувствуется, и сейчас особенно круто об этом вспоминать, когда жара такая, и вообще невыносимо, мне уже дождя хочется, и всегда хочется, в принципе, но сейчас особенно. Вот, опять же, вот сейчас я только что падаю из-за того, что я держу, ну, забываю держать вверх. Когда... Что я трачу все жизни зря. О, вот, да, есть такие. И, короче, там был... Сейчас, не, я не могу реально об этом говорить сейчас. Ну, значит, не надо. Я не пойму, зачем они сделали здесь непобедимость, если тут нету даже врагов каких-то особо сильных. В общем, я не знаю, как это все описать, но тогда момент был такой особый, когда, получается, я в эту игру играл, и там... Я впервые как бы прочувствовал всю, ну, гениальность как бы этого уровня. Тем как вот до этого, получается, 4 уровня все были такие красочные, как бы обычный цирк, как бы и все, без особых таких этих там. И музыка развеселая, и как бы игра поверхностная, в общем-то. Но потом, вдруг, вот этот уровень начинается, в котором темно очень, и все, и ты как будто бы за кулисами всего веселья находишься, и ты ж пытаешься, ну, тут же он по сюжету как бы пытается сбежать из этого цирка, потому что, там, этот Эдгар Эктор, он, короче, злой, я не знаю, тут сюжета нету, ну, точнее, он есть, как бы, но он условный, в общем,
И час. А что там внизу? Почему ута так низко? Следующий. Да, и получается вот этот уровень, он как бы такой весь, он показывает все как есть, он как разоблачающий такой. И плюс у меня получается на карте же из-за того, что невозможно жизни терять, то такая как бы вечность перевоплощений из-за этого ощущается. И плюс из-за того, что времени очень много дается на этот уровень, то оно как бы, ну, не торопит проходить это все. Ну и, соответственно, можно экспериментировать там и прочее. А потом... Странно, мысли так трудно ловить. Надо будет перезаписать этот кусок. Явно. Потому что это слишком ответственное задание, чтобы как попало его делать. А с другой стороны, если я сейчас выключу и потом буду знать, что мне сразу самый крутой уровень надо будет каким-то образом описывать, я не смогу этого словами как следует сделать. И еще с третьей стороны... Сейчас. А как мне... Подожди, а что тут все так зациклено? Как мне наверх попасть? Ха. Не, наверное, тут по-любому сейчас нужно спуститься, а потом... Вот это все. Как туда попасть? Смотри, там прям... Тут враг, телепорт и... А. Прям не помню, странно. Уровни все больше становятся, все необъятнее. Там я был уже, а слева... Налево я не ходил, наверное, слева будет портал или типа того. Ау! Мне нравится в этой песне отдельные звуки вот так брать и на них фокусироваться. И в ней настолько все, ну, наглядно. Каждая нота, каждый звук слышен. И все равно настроение настолько мощное. Я не могу. О, вот это место. Тут вообще, тут так опасно. Так, сначала надо это убрать. Так, теперь нужно экспериментировать. Тут, короче... О, тут, кстати, есть кое-что, да. Сейчас тут в одной из них будут шипы. Вот. Вон, получается, крылья, но для того, чтобы до них долететь, нужна двойная эта штука. Двойное сверло. Вот оно тут дано сразу. Но здесь очень легко умереть на этих шипах, поэтому... И тут нужно с какой-то высокой ну, начать лететь, потому что если вот этой... Хотя, по-моему, и с этой можно. Там очень трудно не упасть на шипы, потому что их не видно, и он слишком низко, слишком близко к низу экрана. О, это тут зачем? О, здоровье мне. Ау! Вот как? Я сейчас с ним вместе вешу, и он меня получится... Ау! Ага. О, есть, хорошо, я тут и хотел, кстати. В смысле, мне нужен был чекпоинт. Теперь попробую все-таки. Сейчас. Так, может отсюда? Нет, слишком далеко. Отсюда, если. Да, по-моему, нужно отсюда попробовать. А, нет! Ох, хорошо. Фух, я хотя бы знаю, где я. Так. Сюда это все-таки, да. Наверное, это самое ближнее. Должно хватить час. Раз, раз. А, есть! Так, теперь куда? А, я забыл. О, жизнь. А там еще столько всего было слева и справа. И все, никак не повтори. А, нет, у меня еще есть шанс. Так, смотри. В самом начале этого уровня. А, нет, это на предыдущем уровне. Или нет? Все-таки на этом, там, где пузырьки были еще. Я забыл все, что тут происходило. Так. А, мне нужно еще раз подобрать. Так, я вернусь все-таки. Это левая. Ага, вот, да, все правильно. Там есть, короче, вот там внизу. Направо, если у того врага.
А может и не надо. Время закончилось, кстати, все 10 минут. Ну тогда не буду. Я не уверен, что оттуда даже возможно туда попасть. Наверное, это виден просто как бы верх остального уровня. Вот тут, кстати, тоже можно долететь с помощью двойной штуки. А, может все-таки подобрать? Непобедимость, зачем она там? А, вот тут очень трудно, но пузырь, короче, он отталкивает и очень сильно, ну, в сторону несет, и поэтому потом невозможно почти найти обратно. Так. А, вот, вернуться невозможно, там надо без... Крах трамплина тоже может стоять. Я тут всерьез помышляю выключить стрим, потому что я явно не в подходящем настроении для того, чтобы сейчас все комментировать. Сильно много мыслей и мало что хочется, и получается озвучивать так, как хочется. А, это слишком ответственное задание, так сказать. Так, туда-сюда. Тут так близко сделали, именно вот, чтоб совсем. Ха! Нет, тут явно... Ау! Тут явно для того, чтобы на одной не получилось, а на двух получалось так. Сейчас просто, видите ли, жарко и... Еще мы тут воду такую непонятную купили, короче. Обычно мы покупаем очищенную чисто, а сейчас какая-то типа живая, так называемая, из какого-то источника. И я заметил, что на меня вода очень сильно действует. Как бы, то есть, она же является носителем информации, ну, это как бы факт. И обычно ту, которую мы покупаем типа фильтрованную, она информационно нейтральная. Ну, или наоборот... Короче, от нее грустно. А вот эта вот, которая типа живая, которая из источника, она очень странный эффект производит. Она как будто очень слишком много несет на себе информации в себе. Ну как, в подземных источниках сохранилась вся история там нашей земли или типа того. И от этого мне... А, я ж теперь не смогу еще раз это сделать. От этого я как перегружен информацией получаюсь, и от этого трудно думать, и я все время чувствую как будто ее влияние на себя изнутри, прям она как переставляет там клетки мозга, так сказать, переписывает информацию внутри, и это трудно игнорировать, короче. Такие ответственные достаточно перемены несет с собой смена того, чем мы себя наполняем, как бы буквально и не очень. Так, сейчас сюда. А, сейчас. Ха-ха! God damn it! Почему тут так... Он либо слишком налево, либо... О, вот. Так, куда теперь? Странно, тут что, нет невидимых стен? О, так значит я сверху буду еще. Ей! Так классно через кольца прыгали. У меня есть двойной класс. Там внизу рычаг был, интересно, я его открыл. О, вот это прям на дороге. И жизнь прям посреди дороги лежит. А, и да, и вот это в этой истории еще у меня, получается, осозналось мне. То есть, там вначале, получается, были вот эти пушки, из которых надо было... Оу, как я сюда попал? Ого! А, я знаю, как я сюда попал. Я сюда попал, потому что я не держал кнопку вверх. Тут вот так же, что он падает иногда. Так, окей, я теперь знаю. А, вот, и получается, если на этих пушках чуть выше стрельнуть, то там будут шипы. А если ниже, то он не долетит. И когда ты стоишь перед ними, то есть... И я, короче, для меня вот тот момент, когда я стоял перед этими пушками и слышал эту музыку, и снаружи гроза играла, я как всю свою жизнь увидел, как будто бы. Потому что там... Ну, точнее, это как символизм был для того, чем жизнь является. То есть можно
слишком сильно прыгнуть из этой пушки, либо наоборот не допрыгнуть и... Не, я все-таки не смогу это описать теперь. Слишком много времени прошло. Это было давно, чтобы помнить. Так, шипы. Шипы есть внизу повсюду. Почему вот здесь лежит кусок здоровья? И еще один. И шипы. Так, как туда попасть? О, я знаю, это, по-моему, отсюда, да. О, вот, да. Ха, я вспомнил. Ой, тут с двойным этим... А, нет, тут можно и одной, Саку. Ха! Есть. Класс. Классно, когда в этой игре что-то получается тоже. Я еще так много жизни потратил, кстати. Но я, по-моему, кстати, все, что нужно было, то и сделал. В принципе, там с помощью той леталки можно было не больше, чем жизнь найти. Вот, кстати. Это вот то, перед чем я тренировался на предыдущем уровне, там, где не было шипов внизу. Тут классно, тут, да, если раскачивает, ну, можно, короче, разогнаться. Вау, этот, зачем? Откуда? Фу. Вау. О, вот это место, да, я тут был, класс. Зачем они его так поставили? Классно еще в этой песне, что, короче... О, есть. Фу. А вот эту как достать, интересно? Мне же захотелось рискнуть всем. О, да, есть, не зря. Подожди, а как? А чё? О, мне наверх или мне вниз? Нет, мне явно не наверх. То есть, это нычка. Но у меня нету сейчас двойного этого. О, слон. Значит, это нычка все. Тут нычки порою даже больше, чем... Точнее, это не выход с уровня? Почему он так скрыт? Ха. Ой, это меня аж сюда... Ой, ага, я понял, где. Вот эта мелодия, так называемая, она... Это вся моя жизнь. Это, чтобы ты понимал, две очень близко лежащие ноты. То есть, это нота A и A-sharp вместе, когда звучат. Это первое. Потом оно смещается на один шаг вниз, и получается G и A. И это все, там, то есть, всего две ноты. Я же делал кавер, получится, на нее, и, ну, снял видео там, где видно каждую ноту. Я специально для того его записал, чтобы видно было, из чего эта песня состоит. То есть, всю ее прозрачность, как бы, проиллюстрировать хотел. И эту мелодию легче всего играть, потому что, ну, как бы, там... Два пальца всего, то есть вот это A sharp и G A. Нажимаешь, и вот эта вот мелодия играет. Ну и бас, соответственно, можно легко подобрать. Подожди, а может тут я все-таки должен был сюда упасть? Ха. Ха. Так, и теперь... Ау! Так. Хм. Куда этот портал ведет? А, исчез. Да, это не выход, потому что выходной не исчезает, а вот этот... Ого, так далеко. Начало игры вообще. О, двойная. Я возьму. Так, а что там сверху? Кроме выхода. О, это то место, да. Класс, я здесь все-таки. Так, всего две ячейки здоровья. Он когда блокирует, по-моему, его звездочки не повреждают. У меня тоже, кстати, есть блок. Фух, так, есть, хорошо. Я подобрал часы, но что-то они не добавили ничего к таймеру. Наверное, потому что он уже истек и нельзя обратно. Хотя я помню, когда у меня было 2 минуты, оно тоже не добавлял. Может, это не... В этом смысле таймер. Ну что-то бонус или... О, вот, теперь я смогу долететь до этой жизни. Е-е-е! По-моему, я, кстати, все собрал теперь. Если нет, то они дадут знать и скажут, что не перфект раунд. О, что там внизу? Подожди. А, ну кроме леталки. Хм, такое объяснение, что я что-то пропустил.
И вот мне хочется по канату сейчас пройти пешком. А, мне и нужно, кстати. Тут сейчас смотри, как они хитро сделали. Если бы я разогнался, то он бы сейчас врезался, и этот уницикл долетел бы, ну, дальше туда вот. А я специально остановился для того, чтобы тут вот так сделать. Кстати, очень классно придумали. Оно так, так рисково. Ну и опасно реально, кстати. Подожди, там, да, на следующий будет ныч. Это смотрится смешно. Оу, он там, блин, а как его достать? Так, ну тут, короче, надо с той стороны. Я сейчас не могу позволить себе умирать из-за того, что у меня молния. О, он прямо сквозь стену. О, жизнь. Знаешь что, я, наверное, не буду с тобой сражаться сейчас. Это, кстати, самый конец уже. Вот, выход. Мне сейчас стало любопытно, что внизу, тут. Так. Ну это леталка. Да, это чтобы просто... Да, чтобы почтись. Неужели это все? Ну, сейчас проверю. Кстати, все, это последний уровень цирка. Он наиболее драматичный такой. Не только благодаря музыке, но и благодаря тому, что в нем нужно было... Перфект, нет? Наверное, перфект это когда не умираешь просто. И они дают фри аэро за это. Да, скорее всего. О, сейчас новая локация. Фан-парк, по-моему. О, босс! Stilt Brothers? Я уже и забыл, что тут босс вообще-то. Странно. Я реально иногда забываю, что в этой игре есть боссы, потому что тут получается аж по 5 актов в каждом мире. В каждом из 4. И... Так. Ну, все 5 пройти очень долго, то есть тут почти никогда не доживаешь до боссов. Очень огромные уровни, потому что... И сейчас вспоминаю, какие тут еще есть... Да, там прикольные будут. В фан-парке мне нравится босс. А в Вудс, кстати, я не помню, что был. Еее. Он танцует так прикольно. Вот это, кстати, можно делать и руками. Тут это его движение. А вот Moonwalk, к сожалению, нельзя делать. О, фан-парк, еее. Акт 1. 5 Star Platform. Тут как сначала все начинается. Ну, кстати, вот фан-парк мне как-то, ну... Не так, чтобы очень сильно нравится из... О, опять... ну тут всегда 3 здоровья. Из всей игры он мне почему-то наименее так запомнился. Я иногда даже забываю, что он тут есть. Не одна из любимых локаций, скажем так. Так, все сверху. Вот эти штуки, кстати, снизу повреждают. Они не выглядят как опасные, но... Они как шипы. Ух ты, тут шипы иначе выглядят даже. Ага, тут я не знаю, куда призвать. Ага, вот. Вот эти такие коварные, они хоть и с одного удара убиваются, но двигаются слишком непредсказуемо. Еее! Стой, ага, надо было вот на этом заряде долететь туда. Вот сейчас нужно сразу. О, вот, фух, хорошо. Там потому что, соответственно, шипы. Так, хочется сразу сюда, но я знаю, что если я пойду по стрелке, то пропущу бонусы. Это начало игры, ага, хорошо. Ау! Непривычно умирать что-то тут. Точнее, я как-то редко слежу за здоровьем почему-то. Так, вот тут сейчас в одной из них будет клоун появляться, смотри. Вот это он кидает меня сейчас. Вот.
лучше сразу от него избавиться. О, вот опять же, тут достаточно открытая структура уровня, и у меня всегда ощущение, что я пропускаю что-то. Вот это прикольный такой. Сейчас, ага, вот я очень много уже пропустил так. Вот тут внизу я на этих штуках начал прыгать, но я не учел, что... О, вон, например, здоровье был. Которое, кстати, мне пригодится сейчас. Я обычно иду наверх, подразумевая, что нужно в целом идти направо. Но на самом деле, в данном случае... Тут, то есть, структура уровней всегда нелинейная. И нет какого-то одного пути. Очень много вариантов. Что мне, кстати, не очень нравится обычно. Так. Там, по-моему, огнедышащий, такой, как пожарный. Точно, я сейчас понял, что это пожарник, который дышит огнем. Oh, the irony. О, вот он, да. Вот почему? О, хорошо, они хоть что-то делают, потому что обычно вообще звезды ничего не дают. Так, хоп. Все, теперь нету ощущения, что я все пропустил. Да, Perfect Aero это скорее всего... Ой, Perfect Round Get Free Aero это скорее всего... Если проходишь уровень, не умирая. А количество бонусов, да, я просто думал, что Perfect это имеется в виду, что я все собрал, что можно было собрать. А вот эти, кстати, они вообще ничего... Ну, тут странно, что еда не восполняет здоровье. Здоровье восполняют буквы А. И их, в принципе, не нужно собирать, но они выглядят так прикольно, что их хочется собирать. Только что я использовал все приемы такие дополнительные, чтобы это пройти. О, вот это опасное место, кстати. Тут сейчас будет, короче... А, нет, кстати, здесь, по-моему, можно лететь сколько угодно, да. Сейчас нужно полететь вообще бесконечно. А, не так, так. Вот тут, вот. О, вот тут, сейчас. О, и сразу же... Круто, оно сохраняет реально этот заряд. Сколько мне осталось? А, я все собрал. Зато из-за того, что звезды такие бесполезные, их не жалко тратить как, даже на мелочь. Тут, по-моему... А, вот. Короче, на первом уровне, в самом начале игры, если спуститься и пройти сквозь стену, там точно такое же место, как вот это. Буквально копия. И я, когда хотел сделать обзор на эту игру, то один из пунктов был в том как раз, что они... Сначала учат в безопасном, как бы, environment, ну, как это, ну, короче, вот это же место я в начале игры уже проходил, но тогда я это делал для того, чтобы подобрать бонус, и они таким образом ненавязчиво учат, как бы. Perfect round все-таки, при том, что я умирал же, да? Я же явно тут умирал. Наверное, все-таки, да, есть какое-то, ну... Счетчик там внутри игровой, который считает... О, роллер-костер, только не это, я забыл. Я иногда так забываю, что тут есть моменты, которые мне не совсем нравятся. Вот пока она платформер, я счастлив, это лучшая игра вообще. Но когда начинается вот такое, как сейчас будет... Вот это вот все. Где ты, короче, едешь, и надо уклоняться и прыгать. А. Так, тут, короче, да, тут... Тут тайминг. Ой, тут же... Так, кто-то присел, тут подпрыгнул, потом... Ха! Вот это, вот тут вообще невозможно. Тут надо как раз в тот момент, когда он соскакивает с этой платформы, успеть нажать прыжок, и я там умираю вообще бесконечно. Да, вот этот, конечно,
режим игры мне наименее нравится. Оп! Так, и теперь... Сейчас. Ха! О, получи... Я был готов к тому, что там еще раз будет. Там просто дальше будет сразу трамплин за трамплином. Это прям как в Battletoads вот этот. Сам знаешь, турботоннель. Попробую часы сейчас взять, я не знаю, зачем они. Интересно, они только что замедлили, потому что знали, что так. Фух. Это, по-моему, чекпоинт. Или типа того. Фух, хоть жизнь дает. Так, вот тут сейчас... нет. Тут для того, чтобы взять жизнь, нужно не брать все остальное. То есть здоровье показывает, что нужно прыгать, начиная с какого-то момента. Но на самом деле... Чуть раньше бы. Надо было чуть-чуть позже. С самого начала нужно начинать, кстати. У тебя штуки выглядели как чекпоинты, но они, похоже, не стали их ставить в итоге. Фух, чуть не умер из-за того, что эти часы подбер. О, это та самая музыка. Цирковая вот эта. Классическая, типа. Ха! Опять не допрыгнул. Чуть-чуть позже. Я не знаю, как. Там надо, получается, немного перед тем, как он... Перед тем, как она начинает идти вперед. Я не знаю, на самом деле. Вот, из-за того, что я попытался часы взять, я не успел на трамплине прыгнуть опять. Вот такие уровни, конечно, вообще, я так часто негодую из-за того, что игры берут и типа, чтобы разнообразить геймплей, ставят уровни какие-то, которые совершенно не так управляются, как остальная игра. Но они при этом сложные настолько, что ты на них так часто умираешь, что потом не хочешь продолжать. Самый яркий пример, естественно, это Earthworm Jim, в котором тупо каждый уровень это как отдельная игра. И от этого, блин, мне трудно говорить, что мне нравится эта игра. Особенно вторая часть. Вторая часть это тупо коллекция мини-игр. В первой хотя бы много уровней в стандартной, как бы, механике. Так, вот сейчас прыжок. Фух, наконец-то. Такие уровни, конечно, сложно... На них сложно смотреть. Так, из-за того, что... все время движущиеся элементы и... Глаза как бы... Перед этим всем... О, вот, фух, хорошо. Я смог. Так, по-моему, это почти конец. Да, нет, да. Ну? Да. Фух. И она меня прямо... Ух ты, как тут интересно сделано. Тут можно стоять и... И он как бы шатается. О, вот, и тут. Все, это конец. Неужели я прошел этот уровень? Всего 4, 5, 10, 10-го... Кучу жизни, короче, потратил. Time remain... нет, ноги. Keys open doors. Это как... Это даже не... Не задание, а просто как, типа, инструкция по использованию... О! Ночь! Я забыл этот уровень. Я тут очень давно не был. Музыка, кстати, это та самая. О, но я тем не менее запомнил, что надо налево, а не направо идти. Музыка, да, я это слушаю, кстати, иногда вне игры даже. А, там что? Это чтобы упасть.
Вот это, по-моему, уровень, в котором ничего не надо делать. В котором ключи, конечно, открывают двери, потому что, ну, для этого они сделаны, но... Ау, только не ты. А, звездочек нет. Две ячейки здоровья, я не готов. Он же блокирует мои атаки. Фух, наконец-то. Так, хорошо. Теперь у меня есть звездочки. А, одну не подобрал. Классно, когда часто так именно мелодия такая, знаешь, как соло такое, как кто-то такой на пианино такой. Я потерял, соответственно, молнию, жалко. О, ключ. Я забыл, что тут ночной уровень есть, он классно смотрится. Вообще, как бы темные уровни всегда гораздо атмосфернее. Вообще везде. Вау, интересно тут сделано. О, вот этот огонь просто убивает с одного удара, поэтому я так берегусь. Одну бы еще звездочку, так. Есть, фу. Вау, тут нужно было. Я мог умереть сейчас много раз, потому что он часто огонь кидает, и меня бы отбрасывало просто. И они положили там ровно 4 звездочки, потому что ему нужно 4 удара. И вот я как раз 3 потратил, потому что одну не смог поймать. И на последнем ударе как раз его победил. Интересно. Я просто как бы замечаю сейчас, насколько тут все правильно с точки зрения геймдизайна сделано. То есть уровни, ну, сложность очень постепенно возрастает. И уровни учат в безопасных местах тому, что пригодится потом. А, вот, да, тут много будет дверей таких, вот это. Класс, да, я вспомнил все теперь. Вот этот я... О, тут так все очень, знаешь, так понятно, как бы, что нужно делать. Классно, когда вот долго не играл в какой-то уровень. Ну, правда, да, в этот я не играл, потому что он мне не очень нравится, ну, относительно остальной игры. То есть я чаще всего запускаю лес и цирк, соответственно, потому что... Цирк невозможно не запускать, и там песня. И плюс, соответственно, тут нельзя вообще-то выбирать уровни. Тут нет ни паролей, ничего такого. Вау, а мне сюда разве нужно было? Сейчас узнаю. Это выглядит, честно говоря, как бонус. А, о, есть. Ха, есть. Вот эти штуки, ну, мелодия, которая поднимается вверх, так, слитно. Они, короче, о, ключ. Они вне ключа. Я это хотел сказать, собственно, когда увидел ключ, поэтому не стал говорить, чтоб пана не было. Так, о, вот, тут бонус. Так ведь? Вроде да. So much fun эта игра. Она в ней так вот, я не знаю, они правильно применили все вот эти вот поощряющие звуки и прочее. Подожди, тут жизнь. Она как бы между платформой. Как туда попасть? О, тут леталка. Ага. О, да, вот так вот. Класс. Спасибо. Я боялся, что мне может быть понадобится это... Молния для того, чтобы допрыгнуть, потому что часто бывает, что ее дают в нужных местах. Но тут, по-моему, у меня не было молнии. Так, еще, по-моему, 2 таких. Она очень огромная, и в ней, да, я же говорю, нет сохранений, ни паролей, ничего такого. То есть в ней нужно играть сначала всегда, и докуда дойдешь, ну, как бы, то и твое. О, ага, вот тут вот так. Вау, вот это выглядело страшно. Мне казалось, что сверху могло падать что-то. Вау, кстати, было классно, если бы, например... О, тут надо пушку использовать, хорошо. А если бы сверху фаерболы летели или что-то такое, ну, чтоб как такие, как препятствия были именно ритмичные. Тут в конце игры будет что-то подобное, но это не совсем то. Так, тут где-то... А, о, хорошо.
Сейчас хотя бы можно увидеть, насколько нужно. Ага, центральная выходит, значит. А вот это бонус, да? И что ж в нем? Непонятно пока, надо сходить. Я не пойму, вот, честно говоря, за что именно она мне так нравится, вот, в целом игра. То есть, тут достаточно все, ну, просто, понятно. Вот, допустим, вот тут вот тоннель, средний ведет, это основной путь, но боковые два, это бонусы. И как бы, ну, это понятно и так, ну, как бы предсказуемо даже, и очень базово так. То есть, ничего такого сверхъестественного в этом нету. Но что-то в ней заставляет, как бы, все это совмещаться так правильно, что, а, я не знаю. Очень трудно словами, конечно, описать. Я сейчас вспоминаю всяких обзорщиков, которые все время в обзорах своих говорят, типа, о, я не знаю, как это описать. А теперь я понимаю, почему они так говорят, как бы. О, 4. Е-е-е. И как раз 4 прям над ним лежит. Вот заметь. Игра как бы заботит. О, там этот. Вау, он сквозь... Вот, смотри. Вон, там невидимая стена. А, да, там... А, это специально, это ловушка, чтобы упасть. Ха, интересно. Знаешь что, я выбираю с ним не сражаться сейчас. А, так вот, и мне интересно, либо это из-за того, как дизайн уровней сделан, что она мне нравится, либо из-за просто из-за эстетики. Потому что вот музыка по-любому мне нравится. Но мне еще и нравятся вот такие платформы, которые выглядят как бы объемно. Вот, допустим, вот эта колонна. Она реально выглядит трехмерной. Освещение очень классное. То есть она и блестящая, и тень с нужной стороны, с одной стороны падает. И тут все блоки так сделаны. То есть, ой, подожди, как же мне теперь вернуться? А, наверное, вот так. Похоже, вот это уже все. Три вроде. А, еще одна, да. Таки я правильно сказал, что еще две. Так, сейчас куда, я не помню, кстати. О, да, вот это так. Причем еще интересно, он... Пока с лифта... Вот я нажимал кнопку вправо. Он не сошел в невидимую стену. Он сошел там, где нужно. Ну, в конце, наверху. Да, интересно, как они... А, я потратил зря. Да, тут теперь явно нужно беречь их на фаерменов. Так, здесь опасность. О, я помню это место, кстати. Тут будет сейчас, короче. А, я как будто внизу что-то пропускаю. Там будут такие крыши. И в самом конце... Оно выглядит, короче, как вот именно в лунопарках такие кассы. А, тут... а, это все бонус был? Не может быть, это чисто они перестраховывают. А, вот это вот, мне так нравится эта штука. И, кстати, это уже выход. А, нет, тут ключ. Ну как мне его подобрать? Вау, тут еще этот появился, ты посмотри. Вау. Вау. It actually saved my life. Вот это вот цешка, ну, секунда полета. Она немного добавляет скорости, ну, как бы смещает направо. И похоже, что там этого было как раз достаточно, потому что он падал и мог не долететь очень легко. Вот это тоже так просто, но все равно из-за того, как это все сделано, как это выглядит, звучит, оно все равно... I love this game. Все, вот это последнее. Тут, похоже, даже будет сейчас сразу же. Вау, смотри, там леталка. Я хочу туда попасть. Может, сюда нужно? Или это основной путь? А, вон, ага, сейчас все будет, я понял. Лифты не интерактивные. Зато... А, зато...
то... вот так можно делать. Ха! Тут, кажется, будет опасно. О, там портал? Или это выход? А, это, похоже, выход из игры. А, так, а как? Странно. Куда же он меня перенесет? Вау. Они хотели, чтобы я туда попал. Но почему тогда... А наверху... А, нет, не наверх все-таки. Ого. Такие развилки серьезные. Тут реально, кстати, некоторые тайники настолько обширные, что в них даже свои чекпоинты есть. О, вот этот, блин. Такой коварный. Он, получается, отпрыгивает от атаки. Поэтому... О, есть! Класс. Вообще не надеялся, что звездочка может по нему попасть. Так это... А, это выход. Есть? Или это портал? Он не исчезает. Ничего не понимаю. Как туда попасть? Ау! Ого! Я не знал, что они так умеют. Я что-то решил его не трогать, потому что он, типа, так... Не на дороге, как бы, ну и пусть. Так в таком случае я пропустил то, что... Вверху было. Если это основной путь. Вернусь на всякий случай. Кстати, да, у нее, у игры F... А, нет, все-таки... Подожди. Да, это выход. У нее вот эта вот объемность блоков и... Так. Она делает ее ощущаться реалистичной, как бы. И при этом... Так, сейчас аккуратно надо... Ага. Воу, так мне наверх, наоборот, нельзя попасть. А чё? Разве этот... Я разве там был? Хо! So strange. Так это и есть основной путь. Удивительно. А если бы кто-то не догадался, что там... Сквозь стену можно пройти? Не, ну хотя там много дали этих... Поварапов, чтобы была мотивация туда пойти, но все равно. Да, так вот, она выглядит как бы объемно. И при этом звучит... вот именно такие звуки FM-овские, которые вот тут вот выбраны, например, они звучат как реально, ну, то есть, как настоящий. О, интересно, тут Perfect Round. Я, похоже, все, что можно было, собрал. О, нет, не Perfect. Опять 30 жизней. Тут легко восстановить. Я надеюсь, это не Ride the Rotor. О! Да. Помню. Звуки. Вот эти, получается, звуки, они похожи на... Ха! На гармошке, ну, они, вот этот звук пытается звучать как гармошки в цирках, типа там. И сама гармошка звучит очень так полно, как бы, ну, почти акустично. И вот настолько классно сочетаются вот эти звуки с вот такими вот visuals, ну, с визуальными, ну, короче, с таким стилем графическим, полуобъемным. То есть она... Так, да, фух. Я... У меня аж сердце так чуть-чуть напряглось. Ну, в смысле. Я вдруг осознал, что тут action sequences пошли. О, тут они еще и разбавляют немного и такими обычными уровнями. О, 4, как раз. Блин, я только сейчас понял, что звездочки тут специально отводятся ровно на этих персонажей врагов. Только не ты. Так, сколько ему, интересно, ударов нужно? Раз, два, три. Наверное, три. Я просто такой про, что это кажется, что легко. А, только нет. Так, все. Его так близко поставили, и прямо над лестницей. А, оно похоже... Похоже, только здоровье отнимает. Не полностью убивает. Фух. Ротор, так называемый.
Ну ладно. Так, тут одной кно... Ух, тут надо, короче, нажимать еще до того, как... Короче, вот пока ты над этой самой штукой пролетаешь, надо нажать противоположную сторону, и тогда... это так трудно описать, так. Опять! То же самое, сейчас, хорошо, надо запомнить, там две штуки, это так коварно. Так, раз, два... Ау! Да, тут можно зажимать, точно, я забыл сейчас, что можно... Если держишь, то он крутится беспрерывно. Раз, 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 два... Фух. Так странно, точнее, классно, ну, игры как бы такие эмоции должны вызывать, ну, короче, когда цикл напряжений и расслаблений, так называемый. Сейчас. Tension and release circle. Damn it! Как это? Почему? Ну, короче, пока вот эта гонка была, я такой весь напряженный был, а потом уровень опять вернулся в такое, что можно немного как расслабиться, отдохнуть, и оно классно, короче, динамика. Так. А что здесь? Тут как будто... Здесь, правда, непонятно, стены это или нет. Вот эти желтые блоки могут выглядеть как стены. Так близко. Там надо было... Я, ну, не донажал, потому что я сильно низко был. И, ага, ну там только звездочки. Ну, ему один удар остался, так что стоит сходить. Тем более враги все не восстанавливаются. Это тоже классно. По-своему. Ха! А, они все-таки... Ну, я взял звезды, это главное. В принципе, наверное, нет смысла возвращаться туда, потому что вручную его очень сложно побеждать. Он огонь слишком широко пускает. Так. Вот этот. Вау, вот это выглядит как начало чего-то большего, или... У них, кстати, траектория движения всегда непредсказуемая. Ау! О, подожди, стой. Кстати, я сейчас понял, что тут нет таких вот именно, ну там, фаерболов там или бензопил, ну, по крайней мере, на первых уровнях. И они поэтому используют врагов в качестве ловушек и препятствий. Что тоже, в принципе, достаточно clever. Тут так много жизни дают постоянно. Но это потому, что игра сложная. Не хочется звездочки просто на него тратить. Потому что там фаерман может где-то быть. О! Бонус уровень. Я не так, чтобы очень сильно хотел на него пойти, но... Ладно. Только нет. Тут, короче, будет вся став, которой нужно в самом конце закрутиться полностью. Так, погнали. Сейчас, по-моему, две... Одна. Нет, ого, он сразу закрутился, я нажал случайно в тоннеле одну. Вот тут так, тут жизни уходят вообще. Опять, там так можно было легко вообще. Вот тут надо зажать, по-моему. Фух, я вроде запомнил, тут более-менее понятно. Так, раз, два, один, два, два. И вот тут надо зажать. Там в конце ставили небольшую проволоку, вот эту, ну, свободную, для того, чтобы хватило места, для того, чтобы отпустить вращение, потому что тут, возможно, даже не вписаться в финальную штуку, короче. Это конец уровня. Я дошел до сюда. По-моему, это перфект... Нет, я много не собрал.
эти штуки достаточно сложные, но не так, чтобы сильно, кстати. Я раньше я понял в какой-то момент, что можно зажать, и последний этап из-за этого очень легким становится. Бонус. Stay alive. Только это, по-моему, вот этот. Да, его, блин, его невозможно сбросить, его нужно пройти. Это, короче, мое самое нелюбимое еще раз. Вот это тот бонус-уровень, который я бы, ну, не рад, что добавили, короче, сюда. Так, тут, короче, надо... надо тут не умереть, короче. Это все задание. Ну, зато тут много бонусов, типа. Скорость, кстати, регулируется автоматически, я ничего не делаю. Тут нельзя, ну, замедлиться или ускориться. Тут оно с той скоростью движется, с которой наклон. Вот, например, от часа он еле поднимается, а сейчас ускорится. Ну, как бы американские горки, логично. Оу! Фух, успел. Классно, анимация не нужна была. То есть тут... О, есть, фух. О, это конец, класс, я выжил. Хоть это и бонус уровень, но знаешь ли... На нем можно было очень легко умереть. Я обычно на нем трачу больше жизни, чем на основных уровнях. Фух, хорошо. Восстановил более-менее. Последний. Jump through 25 Magic Hoops. Ух ты, вот это я... почти забыл этот уровень. Странно. А ну, как он выглядит? О, закат, вау. Странное время идет, честно говоря. Была ночь, потом, по-моему, день опять. Или... А, нет. Это получается рассвет в таком случае, если только что ночь была. О, круто, я как раз подумал, что мне молния приходилась. Интересная мелодия, она как бы отражает предыдущую. Вот ту вот, которая... А тут она не... ну... А, нет! Я знал, там да. Она идет как бы вопреки той мелодии. То есть та шла в одну, а это на... каждый раз, блин. Я пытаюсь под него подпрыгнуть и потом ну, сделать сверло, удар. То есть надо сначала... Надо, короче, не приближаться к нему. А вот так вот, да. Потерял молнию из-за этого. Жалко. Жизнь, ха. О, ха-ха. Правда, да, мне нужна была молния, чтобы туда долететь. Я, конечно, попробую сейчас и без молнии. Не. Да, это явно для этого сделано. Хитрые. Опять же, они знали, они все это учли, это тоже круто. То есть тут... Intangible, вот это, собственно, то, за что и должна цениться игра, здесь сделано очень классно. А именно, дизайн уровней и вообще, ну... Гейм-дизайн, как бы, в целом. Ха! А, он так много их кидает. Кстати, у меня есть щит. Когда я приседаю, его не повреждают никакие projectiles. Хм, а чё он больше не кидает? Вот как мне до него... О, есть! Ага, когда он... Да, когда он опускается, нужно попробовать до него долететь. Вау. Был ли я здесь? Почему? Я не помню этого. Клоун. Так, сейчас надо его подловить. Ха! Е-е-е. По-моему, будет сейчас пожарник. На него очень легко наткнуться, когда бежишь вот так, и ты ускоряешься, и камера не поспевает. Он, по-моему, тут будет. А, не. О, неужели они рассчитывали? Да нет, тут надо все-таки с этой. Да, тут же он сколько всего. Сколько вариантов перемещений. Ау. Ха. Е-е-е. Чекпоинт, кстати, радует в таких случаях.
Воду, кстати, всегда satisfying так приземляться. О, я вспомнил следующий уровень. Там столько классных ситуаций. Даже вот тот уровень с бочкой, где надо катиться и через шипы попадать. Он все равно мне нравится. Даже, ну, короче. Слишком много мне нравится в этой игре, чтобы не констатировать это постоянно. Получается, блин, я что-то пропустил явно. Там была жизнь, во-первых. И я понимаю, что время идет там и все такое, но мне хочется более тщательно всегда пройти. О, вот же, собственно. А, нет, это не тот. Значит, все-таки направо мне. О, да, так это решетка в эту сторону. Я что-то решил, что она наоборот. Здесь, похоже, не так много на уровнях вообще вот этих вот food items, ну. Штук, которые дают очки, короче говоря. О, подожди, так мне сюда нужно было? Вот это то, о чем я говорил, кажется. Что тут, типа... Даже в чек... в этих... В нычках тайни... чекпоинт ставят. А, нет, вот, я пролетал сквозь кольца здесь. Теперь чекпоинт один поставили сюда. И направо это не основной путь. Это так... Это типа бонус, так... Я боюсь пожарников есть все время. О, есть. А, я отсюда пришел. Все, теперь вспомнил. Интересно, как отсюда легко это преодолеть, а отсюда уже труднее, потому что шипы, они по бокам тоже повреждают. То есть, если бы я в них летел сверлом прямо, то... Так, ну окей, это чисто для жизни бонус был. Интересно, как у меня постоянно жизни возвращаются на одно и то же число. Около 20 всегда, не больше. Вау, так тоже можно. Вот это вот то, да, то, чем игры должны быть. Они должны предоставлять много всяких систем, механизмов, с которыми хочется экспериментировать как-то. Это, по-моему, этот. Вот этот вот. Ну, создатель Биошока, короче, такое определение давал. Это как бы логично, учитывая, что у него игры основные, это как раз System Shock, который Immersive Sim, в котором много разных систем друг с другом взаимодействуют. Ну и Биошок, в принципе, тоже пример такой хороший. Этого жанра, как бы. Так, а что здесь? Нет, нельзя было. Ха. Может, тут? О, да. Ей! Опять вот это, ого. О, молния, класс. Я могу вернуться all the way back there, чтобы подобрать эту жизнь одну, которую я не мог до этого. Но это слишком далеко. Не хочется. Жизни, в принципе, не так уж и... редко попадаются, чтобы за ними рисковать. Особенно, когда они посреди дороги лежат. Вот тут молния очень нужна. С ней гораздо меньше шансов напороться на то, что не хочешь так. Ага, я начинаю опускаться. Сейчас надо сначала немного сюда, теперь... Ага. А, нет, я знаю. Сейчас надо почти сюда, и теперь вот так. Казалось бы, одна звездочка, да? Но мне важно узнать, как это делается. Фух, да, я понял. На максимальной высоте нужно было... Ох, клоун этот... Фух, есть, хорошо. О, класс, оно так, оно честно проверяет скорость перемещения где-либо. О, да, тут так и есть, нычка, ух ты. Ей. Сам звук, причем, мне, я же говорю, жизни не так сильно важны, как... Подожди, а чё у меня не больше 24? А, нет, у меня было 30, то я просто умирал. Все правильно. Фух, тут специально так сделали. Хотя, вряд ли. О!
А вот и звездочки пригождают. Непобедимость. А зачем? А, ну возьму. А, это типа, чтобы пробежать тут. Ну ладно, если вы настаиваете. Клоуны, они просто не такие уже опасные. Их можно было бы и медленно по... обстреливать всех. Оу! А вот этот с другой стороны. Еее! Зато двойная на него классно действует. Ага, там что-то есть такие. Тут даже было невысоко. Клоун тут мне не нравится. Он так расположен. А-а-а! Молния пропала. Шалко. А? Вот, кстати, достаточно уникальная атака у него. Я не могу вспомнить никаких платформеров, где по диагонали бы удар был. Ей, три штуки осталось. Вот он. Ха! Ха! О! Это нычка, скорее всего, потому что... Фух. Вау, как тут, по-твоему? Вау! Там немного они почетерили, мне кажется. Сбоку шипы, если повреждали, то так нельзя было бы сделать. Ого! А, ого, я это вообще не помню, прикольно. С этих, кстати, труднее немного спрыгивать, потому что они задают немного моментум. И... А. Короче, скорость они задают. Так, сейчас, подожди. Чуть-чуть раньше надо подпрыгнуть. Отсюда где-то, и потом... опять пропустил, да, надо было... Интересно. Ага, надо целиться, надо знать, на какую ты хочешь запрыгнуть. Вот тут я бы так жизнь поставил. Почему я так сделал? А, тут было сохранение, хорошо. Очень, знаешь ли, коварное расположение шипов. Там оно. Там надо подпрыгнуть, а потом. Тут я вообще так забыл. Так. Тут можно допрыгнуть. Нет, нельзя все-таки. Подожди, а как? А, я понял, да. После спин атак надо немного пролететь вперед. Вот так. А, вот это реально трики платформинг. А, его так далеко уносит. Может... Ау. Я не это хотел сделать явно. Сейчас потрачу все жизни тут, знаешь. Ли... А как? Может, я должен сохранить скорость перемещения? А, тут просто надо было подпрыгнуть. Офигеть. Это прям как у тебя ситуация, о которых нёрд рассказывает все время. Вау. А как туда попасть? Понятно как. Вот так. Интересно, тут получается, да. Они так расположили их, что как раз вот обычный прыжок еле-еле долетает, и потом его немного подталкивает какая-то сила. Тут на самом деле механика очень комплексная, если присмотреться, так сказать. Ей! Правда... И это все? Похоже, что да.
О! Настолько явно, тут невозможно было не зайти в стену. Класс. Никогда еще так успешно не... Он прям сквозь меня своими шариками ударял. Это потому, что у него... они повреждают только тогда, когда они летят. А как только они приземляются, то они еще не пропадают некоторое время. Но уже и не повреждают. Так, здесь нужно следующим образом сделать. Ну ладно. О, ого! Я не мог этого предвидеть. Там я был, да, я везде был. Ага, сейчас по лестнице. Еще я немного понял, что... слишком долго уже играю на этом уровне. А с другой стороны, я хочу сделать... Нет, точнее, слишком долгий получается стрим. Наверное, там уже около часа или больше. Но я хочу фан-парк сделать как отдельным куском, так что. А, тут надо было... Ага, тут надо подпрыгивать. Фух. Ау, ага. Я только что развернулся еще до того немного, как... там... Сложно сказать. Е-е-е. Ау! Окей, там, похоже, не надо. Я опять точно тоже сделал. Я, короче, нажал... Так, мне не сюда. Там стоя на платформе, когда ты разворачиваешься, его уже повреждает. То есть на ней не нужно стоять вообще, по сути. Надо прыгать. Вот прям... Ау! А как? Я, в принципе, уже делал. Должен знать, по идее. А, оу! Немного дальше отошел, чем надо было. А жизни-то заканчиваются, знаешь ли. Вот тут игра перестает быть честной. Продолжает переставать быть честным, я бы так сказал. Так, смотри, надо, короче, подпрыгнуть и теперь... Или нет? Я не хочу, однако, умереть на этом уровне, знаешь ли. 8 жизней. Че. Так вот, тут получается... Это было достаточно таки стрессфул. Стрессфул, честно говоря. Ой, у меня все кольца собраны. И это, похоже, уже конец. А, нет, да. О, тут этот, блин. Так, хорошо, что у меня звездочки остались, но... Да, я смогу отсюда до него дострелить. Вспомнить бы, о чем я говорил. Гее. Ау. А, да, нельзя, получается, уровни выбирать. Нужно всегда играть с первого, и это не очень прикольно, потому что слишком много раз из-за этого мне пришлось тир перепроходить. Ну и этот уровень. Чтобы добраться до классных уровней, нужно играть с самого начала, и потом никак нельзя сохраняться, и это очень не очень. Так, я хочу проверить. Зачем я... Но тут есть, тем не менее, в начале игры чит-код, чтобы выбрать уровень любой и акт любой. Так что, в принципе, ну, вообще выбор уровня есть, просто он не в виде паролей, а в виде чит-кода. Это не очень прикольно, это прям как в Сонике, кстати. Который тоже, кстати, якобы... О, жизнь когда-то дали. 7 жизней. Который якобы не... О, сейчас босс будет. В нем, короче, тоже нельзя выбирать уровни. Надо с первого играть, короче.
Босс. Мистер Бабблс? Мистер Бабблс, прям как Биг Дэдди в Биошоке. Странно, я что-то в игре про Аэро слишком часто про Биошок говорю. Короче, надо его по носу бить, пока слезы... А, вот. Да, и у него слезы, поэтому пойду. Мистер Бабблс. Ой. Жизни-то заканчиваются, между прочим. Ха. А, вот только когда он мигает, надо по нём. То есть тот же момент, когда и он. Слезы, знаешь ли, они очень далеко и бессистемно бьют. Чё, я думал, Глок защитит от них. Ау, они как самонародящиеся почти. О, зато жизни восстанавливают сразу же. Все, то есть они почти как... Ау, окей. Сколько ему еще осталось, я не готов, у меня нет жизни. Я хочу дойти хотя бы до следующего уровня. Фух. Так много жизни потратил на той одной платформе. Там просто надо было подумать, по сути, как нужно было лучше это сделать. Реально самонаводящийся. Потому что как он мог знать, что я могу там быть? Зеро, ну ты вообще... О, есть. Фух. Зеро тут, кстати, иначе выглядит. Вот защита тут. 50 из 50. О, есть, я прошел этот уровень. Неужели? Класс, я до Вудс зашел. Можно видео, ну, как перерезать, короче, если бы это был эдитинг. Вудс, Act 1, Find the Exit. Вот это единственное, вообще, первый раз за игру, когда нету задания конкретного. Ну ладно, я такой молчу, потому что я думал приберечь это для следующего выпуска. Но... А, наверное, да, приберегу все-таки. Так что пока выключаю. Фух, это был достаточно сложный уровень. И долгий, как видно, целый час. Так, выключай.